сегодня у моей Ариши день рождения, сегодня 15 февраля, и я решила приготовить такой небольшой праздничный ужин. И на сладкое я купила вот такое вот тесто, дрожжевое, замороженное, праздничное, раскатала его, посыпала корицей, которая немножечко, в которую я добавила сахар, потому что, чтобы было послаще, скрутила этот, раскатала, скрутила, вот такие вот нарезала булочки, и сейчас вот я поставлю это в духовку запекаться. Пока пекутся мои булочки, я сейчас приготовлю филе. Ариша купила вот такой вот набор. Витебск продукт, малое филе тушки, не замороженное, охлажденное просто. Я, правда, думала, что там кусочки будут побольше, но они вот такие маленькие. Но, конечно, когда я их отбила, они чуть побольше стали. Сейчас я их обмакну в яйцо и обваляю в сухарях. И все это обжарю. Скоро орешка уже придет, поэтому надо уже все это приготовить. Первая порция отбивных уже зажаривается. Вторая порция уже обваляная. И третья ждет своей очереди. Сейчас посыплю приправкой, солью, перчиком, разными приправами для курочки. И все это приготовлю. Вот такое вот симпатичное филе. Отбивные вот такие у меня красивые получаются. Еще у меня на сковородке там партия. Вот, кстати, девочки, сухарики я делаю сама. Когда у меня остается батон, я обрезаю корки, сушу их, а потом перемалываю в своем блендере. Вот. Закончу это. Скоро у меня спекутся мои булочки. И потом буду рыбу зажаривать. Я купила тилапию. Такие вот филешки. И посыплю солью, посыплю перцем. И в яйце, и в муке обваляю. И такие вот симпатичные кусочки тоже сделаю. Вот такие вот булочки у меня получились. Они уже испеклись, но одно разочарование, потому что тесто-то дрожжевое. Я рассчитывала, что булочки будут большие, ставила их на противень друг от дружки далеко. Думала, что они будут такие вот распухнут, чтоб не слиплись. А они, посмотрите, бочоночки. Точно бочоночки в лото играть. Вот совершенно не подошли. Не знаю, что это за тесто такое. В прошлый раз брала тесто, тоже брала дрожжевое. Так хорошо подошло, так красиво получилось. А теперь вот такие. Кушать их, конечно, можно, но совершенно не то удовольствие, потому что они маленькие. Они такие вот маленькие, сухенькие. Вот так. Вот когда хочешь как лучше, получается как всегда. Продолжаю готовить дальше. Теперь я буду жарить рыбку. Тилапию. Вот такие кусочки стали маленькие. Когда весь лед я с них обчистила, льда было больше, чем этой рыбки. Я посыпала солью, посыпала перчиком, полила соком лимончика. Пол лимона я выдавила. Вообще такой вот он, правда, у нас полежал, подсох, но сока в нем было достаточно. И теперь я буду окунать рыбку в яйцо и в муку, и жарить. Ну вот, Ариша пришла домой. Сейчас мы откроем... Ой! У меня даже рука дернулась. Я вообще не умею шампанское открывать. Вот. Сейчас мы немножечко так... Отмечать будем с шампанским. Да, кстати, вот такой вот у меня получился ужин. Это кусочек рыбки и помидорки черри. Вот, Ариша наливает шампанское нам. У Максима сок. Максим уже там с крышкой играет. Не надо в рот брать. Сиди, кушай, Максюша. Вот, сейчас мы будем праздновать. Есть.
За тебя, моя дорогая, все, что я хотела тебе пожелать, я тебе написала. Надеюсь, ты это все прочла. Вот, поэтому главное здоровье и удачи тебе. Спасибо. За мои 24. За твои 24, да. А ты 24. Шампанское у нас полусладкое, мы другое не пьем. Шампанское очень вкусное. Вот. Рыбка тоже получилась очень вкусная. Вот. Мы сегодня так вот скромненько в семейном кругу ужинаем. И тебя тоже. Теперь к собаке. Ну, теперь можно и покушать. Очень рыба вкусная получилась. Мягкая-мягкая рыбка. Беленькая. Люблю помидорки черри. Они такие вкусные, они такие сладенькие. Так что мы вот так вот кушаем. Максим рыбу отказался кушать. Он лопает мясо с макаронами. Жуй, пережевывай, мой дорогой. Вот, очень получилось вкусно. Такой вот скромненький у нас ужин. Ну, а на десерт у нас тортик. Булочки у меня не получились, поэтому показываю только тортик. Тортик очень вкусный, тортик сказка. И с шампанским он действительно как раз очень хорошо, очень вкусно. Орешка уже в телефоне, редактирует фотографии для того, чтобы то, что я наснимала там, чтобы было красиво, получилось. Вот, она редактировать умеет, это я ничего не умею. Как есть, так вам и показываю. Вот, вот и все, мои дорогие. Вот такое вот у нас сегодня было застолье. Отметила я дома свой день рождения, теперь я встретилась с подругой. Решили мы сходить в кафешку посидеть. Кафе-бар называется Чикаго. Кофе-брейк. Вот моя подружка. Сейчас я вам дальше покажу, что мы закажем и что мы будем кушать. Зашли мы в кафе. Нам уже принесли вот такое вот меню. Кафе-бар Чикаго. Решили мы взять пиццу и по бокалу вина. Здесь вот такая вот обстановочка, висят картины, играет музыка приятная, мотоцикл вот такой. Сейчас выберем пиццу, закажем и будем кушать, отмечать мой день рождения. Вот мы дождались, нам принесли пиццу, вино. Вино мы заказали глинтвейн. Сейчас будем отмечать и кушать вкусную пиццу. Ну вот мы посидели, покушали, выпили глинтвейна. Сейчас с подругой решили зайти еще в кафе, другое напротив, и попить кофе. И потом пойдем домой. Вот мы дошли до кафе мороженого. Решили сегодня побывать в двух заведениях. Подруга говорит, то, что там интересно и красиво и уютно. Сейчас зайдем и посмотрим, что там. Зашли мы в кафе «Аврора» с подругой, взяли два кофе латте, один с корицей, один с шоколадом. Будем сейчас пить кофе, потом пойдем домой. Вот такие вот два кофе. Здесь еще остались сердечки. Вчера был день Святого Валентина. Здесь вот так вот уютненько, светло. Один зал светлый. Есть там дальше немножко зал темный. Такие вот сердечки, все красиво и уютно. Вот мы попили кофе. Теперь мы идем домой. И на сегодня мой день закончился.